Вор в законе Вася Бриллиант был культовой личностью в криминальном мире СССР. С первых дней своей криминальной жизни он проникся так называемой воровской идеей, которую пронес с собой через всю свою жизнь. Могила Васи Бриллианта стала местом паломничества для многих криминальных авторитетов. Сейчас на 89-м участке Соликамского кладбища находится шикарный гранитный мемориал, который весит более 8 тонн. Фотографию данного мемориала видели многие. Конечно, данный мемориал появился не сразу. Сначала на могиле был установлен обычный арестантский столбик. На нем не было привычных нам имени, фамилии и годов жизни, а лишь был нанесен тюремный номер, по которому он числился в тюрьме «Белый лебедь». Вскоре после этого воры в законе Малина и Бузулуцкий установили на могиле Васи Бриллианта скромный первый памятник, который также простоял не очень долго, и вскоре его сменил тот самый грандиозный 8-тонный мемориал, деньги на которого собирал чуть ли не весь криминальный мир СССР. А на месте столбика неизвестного арестанта появилась небольшая гранитная плита. А не так давно мемориальный комплекс был расширен. Теперь рядом с могилой вора в законе Васи Бриллианта находится памятник безымянным арестантам.